Привет, Кузбасс! Узнал, что совсем скоро у вас стартует потрясающее событие. Первый международный театральный фестиваль «Сверкающие грани театра». На 7 недель Кузбасс станет центром театральной жизни России. За это время в регионе пройдут более 400 мероприятий. Это показы лучших спектаклей, круглые столы, конференции, творческие встречи, выставки и многое-многое другое. Я не могу это пропустить. Еду к вам. С удовольствием проведу для вас грандиозное шоу «Открытие», которое состоится 10 сентября в Кемерово в Ледовом дворце «Кузбасс». Будет много света, много звука, спецэффектов, талантливых людей, сюрпризов и, конечно же, много театра. Совсем скоро увидимся. Всех жду. Встречаемся в Ледовом. Ваш Дмитрий Харатьян.